Не, ну что задницы траванул, это ладно, я поверю. Там всякое. Панелька есть и две гранаты. Прикольно. Обалдеть. Все-таки бывают Панелька, панельки, я да? так о ней мечтал прямо. Ну ты уже подошел? Там Нет. просто какое-то тело ходит вокруг нашей базы, такое, знаешь, прогулочным шагом. А нет, это охотник, он на меня бежит. О, собака. Отстань, у пошел. меня стамины нет. Слушай, они тут прям Так все крезво как. бежит, блин. Блин, меня сейчас убьет с лутом. Тю. А у меня тут волк. Ну, сейчас, а где Он по вот? мне уже стреляет, я уклоняюсь. Ах ты Я ж. слышу. И Бегу на. медведь тут еще медведь. Да, это, а где этот храбрый партняшка? Фух. Что, и медведь за нами? Ах ты ж скотина, пошел вон отсюда. Я ж не двигаюсь, что он лупасит? Как его прогнать? Тебе там медведь в осаде держит. Да, Леха придет. А где полбазы? Ну, тут Мишка приходил. Да. Ну вот он у меня тоже так, помнишь, пришел? Тоже за лесом, и... но я металась по базе, и он как-то перемещался. Задолбал, я его киркой долблю, короче. Все звери куда-то зажимают сегодня. На тебе по заднице. Еще он задницей меня укусил. Как это? А за мной бежит волк, медведь и охотник. Ты На перерыв. посмотри. Да? Классно. А он меня и траванул, конечно. Ах, что же за денек такой? Слушай, а мне кажется, пока нас не было, они как-то сговорились. Ну нечестно задницей кусаться. Что это такое вообще? Повернулся ко мне хвостом, я бью он. Может, он тебя лягнул? Не, ну что задницей траванул, это ладно, я поверю. Там всякое. Ну, Да. кусать-то как, ну. И он еще и застрял, я хотел его за собой потащить. Да, ну руки уже можно не мыть. А куда ты делся? Да он делся. Ничего не понял. Он исчез. Просто исчез. Не могу подойти к этой карке, там волки, но видно, что там нет никаких спецящиков. Ну, там можно еще чуть-чуть дальше пройти. Где Камни колесо? стоят ближе к озеру. Не, ближе к самому озеру, и там вот вокруг камней тоже бывает. А, Вот ну между вот. этой аркой и озером камни, вот еще вокруг там найтись можно. Сейчас постараюсь спуститься. Нету тебе ящиков. Все, вертайся назад. Я? Ну да, ты ж далеко. Ну да. Ну вот, А чё можно мне возвращаться. возвращаться? Не знаю, это Подожди, далеко, как же не нет долго. спецящика? Вот же он. Ну вот. Да, перед Мишкой прям. Одна платка всего лишь и три жилы. Что за издевательство? Да. Ну ладно. Пойду назад. Вот. И чтобы зрители выбирали на каждую новую серию, ну Цель. какой-то дебаф в следующей серии. Ну да, ну там нельзя там то-то делать, нельзя то-то делать, например, в следующей серии. Насчет нельзя чего делать, лучше мы, может, что, может, чтоб сделали какую-нибудь цель там. И мы будем к ней идти. Ну, смотри Но сам, есть конечно. такая просто, помнилось там, есть как я читал книгу, там литерпанге такой жанр, там как бы худшему игроку как бы штраф за самую плохую игру, вот его там как бы ряд дебафов, то есть он там, а в отличие от других игроков, не мог как бы определенные совершать действия, ну либо какие-то, знаешь, дебафы на него вешались там. Ну, ты же знаешь, что это за слово, правильно? Да. Вот, и, короче, ну, у нас так не получится на игрока какого-то там накладывать, да? Но можно на всю команду накладывать. И будет, короче, челленджи внутри челленджа, испытания внутри испытаний. Ну, вот как там Скорпио, которые они там сейчас что-то... Когда, ну, короче, у них там сейчас вроде какое-то там выживание без костра, что-то такое, наткнулся в описании, заходил на какой-то. Вот одну серию нам, ну, там по два, по три дня играем, например, нельзя пользоваться там
костром, печками, да. Вообще. Пусть они сгорают, там, не мясо жарить, ничего. То есть есть можно только сырое мясо, там, батончики, червей, там такое. Следующий день еще какое-то там. Нельзя вообще есть мясо или нельзя есть овощи. Ну или не связано с едой. Ну, то есть, надо выдумывать список таких. Ну, конечно. Да, пользоваться только, например, огнестрел не использовать. Или там использовать только два патрона. Ну, я поняла там. Да, да, вот что угодно вообще там. Или вообще безоружными. Пойти зарядить базу без единого оружия. То кроме топора, кирки. Слушай, а Димон тут такой классный уже предмет интерьера, я к нему привыкла. Он придет, встанет и будет как-то хватать чего-то. Да, вот что самое интересное, нас уже празднует, кидает по карте уже сколько раз кидал. А он как лежит, так и лежит. Да, да, такой вот прям мягонький. Всем привет, сегодня Йоны не будет, мы вдвоем с Лехой. Времени у нас немного, мы постараемся... зарядить крепость, ну и все. И Лех, кстати, да, можешь поздороваться. Если... Всем привет. Да. А, я не помню, говорил я тебе или нет. Мы как бы обсуждали с Ионой и решили, что не будем больше снимать весь наш быт и все такое. Будем, оставим это за кадром. А в сериях, в каждой серии, короче, будет рейд крепости у нас. Будет... экшон в каждой серии. А вот эти все бытовые вещи, наверное, с ними все. Все. Понятно. Ей эта идея очень понравилась, она двумя руками за. Ну и, кстати, она вчера поставила этот самый бур. У нас теперь добывается там железо вроде. И на очереди у нас, я так думаю, акваланг. Не хочется, конечно, панельки разбирать. Сколько у нас их там, 3 штуки. Да. Поэтому не будем. Сейчас, может быть, налутаем на базе. Ну, там у них же ж нет этих самых микросхемок. Это разве что повезет там найти прожектор там или мину. А, ну да. Это только спецящики нам искать. Кстати, что у нас по отмычкам? 2 штучки есть. Надо будет еще скрафтить. Что там у тебя с едой? Нормально у тебя? Там в ящике с едой. Да, чего? В ящике с едой там эти поешь рыбу. Ящик с едой, рыбу. Рыбные стейки, да, там приготовлены. Я 2 съем, 1 оставлю. Мне хватает. Тогда скрафти, может, кирки. Давай, сейчас сделаю. Надо одеваться, а то мы с писюнами бегаем. Я сделаю 6 с запасом. Делай. Мы, по-моему, еще там ящики оставляли, кстати. Да, мне тоже кажется, что оставляли. Так, я взял одну аптечку и 3 бинта. Ты себе забирай. Угу. Так, вооружаемся. Чуть я давно не погибал, у меня шкала выносливости и здоровья растет. Потихоньку. Странно, да? Идем. Попью сейчас только едем, да. Взял там аптечки. Аптечки взял, бинты взял, да. Кирки взял. Вытащил револьвер на перевес. И вспомнил, что видел у тебя в стиме RDR 2. У меня он тоже есть, кстати говоря. Ты играл в него? Red Redemption, это? Да. Ну там вестерн, да, этот? Ну да. Ну у меня только он не в стиме, у меня он в Epic Games Store, но не важно, там же у них свой ланчер. Я поиграл, но что-то как-то вот, знаешь, не было настроения так, чтобы основательно засесть. Да, вот у меня что-то тоже классное там, все классно, красиво, куча механик, все ну, интересно. Все просто по сценарию, все настолько все по сценарию идет, что прям вот мне вот больше нравится, конечно, свободный мир и все такое. Блин, бог. За мной тоже, по-моему, медведь гонится, чувствую. Топ. Вроде отстал. Ну там свободный мир есть, Асимин. А мне нравится сюжетка. Я вот такие сюжетные игры с хорошим сюжетом люблю именно сам проходить, там, без съемок всяких. Ну потом уже, может, по второму разу, если, а так, конечно. Так, я сейчас поскидываю лишние боеприпасы всякие. У меня в стволах, конечно, еще дофига осталось. И буду ждать тебя. У нас тут есть 3 кирки. У них, по-моему, уже там чуть-чуть совсем осталось. Одну стеночку сверху и все. Поскидываю все, кроме одной.
Даже не знаю, что еще поскидывать. Патроны, в принципе, все понадобятся. Может. Да, ну. Я вот так оставлю. Смотри, эти стеночки поставил, чтобы из-за них выглядывать, стрелять. Ну, то давай. Есть, в принципе, можно вымунить. Давай. Да, давай попробуем, как это у нас сработает. Ой, это ты. Да, это я. Вон он там вышел один. Да, ну попробуй сейчас его попасть. А что с этим представить? Да блин, промазал. Ну мимо. Прям в него целился, а промазал. Где? И он в кусты бежал, прятался. Вот. Негодяй. Приспичило его. Это с Ионой вчера играли, оно там что-то... Он присел погадить, говорит, а я его спугнула. О, еще один. Стой, стой, давай, может, вместе? Где там его, видишь? Вижу. Бежит, бежит. Все, бежим, бежим за стенки. Прячься. О, тут с этой стороны еще. Давай, там прикрой с той стороны. Ой! Один готов. Ну что ты меня сзади стреляет? Что-то тут не продумано. Да, второй блин. Готов. Слева закрыто. Там чего? Да что, я тут одну ранил. Блин, стрела ушла. Ты какой быстрый. Остановись. Ну что он такой? Остановись. Стрелы-то как? Где стрелы-то? Да что со стрелами? А, я что, их высунул, короче. Так, мне лечиться? Да мне тоже. Он скотина. Да лежи там уже. Я, да? Да. Чё-то я неважно сыграл как-то. Заберу пока все. А? Нет, так вот стреляет. Кто там? Я не вижу. Ну там он может с этой, с крыши. А, ну да. Дробовиком-то зачем? Не трать наши патрончики. А так, ты тут соберешь, ты там. Я думал, я сейчас... тут соберу, а ты там. Ну ладно. Я просто тут стрелы свои хочу собрать, я тут не втыкал их. Раз, два. Я тут поднял два только. А вроде... там их было два. А, там их либо два. Либо двое было, да. Да, окей. Ну чё, стрелы я всё-таки возьму. А тебе без аптечек? У меня одна аптечка, а бинтов совсем нет. Так что... На, возьми один бинт. О, там он один гуляет ещё. Наверное, тот, который спрятался. Всё, я его позвал. Сейчас придёт. Ага. А, там кто-то вышел ещё. Да, да. Он да, с ружьём, да. Опасно. Ах ты ж скотина, бахнул мне как... Нет. Готов. Так, я, наверное, не буду тратить бинт последним, мне еще хватает КП. У меня кровотечения нету, но я... Ах ты ж... Кто это, кто это, кто это? Там с окна там. А-а-а. Блин, я боюсь, мне сейчас юзать аптечку или нет. Ну, уж подождем, подъедим чуть-чуть. А ты течешь? Я знаю, я просто не хочу последний бинт тратить. Да, я тоже. Ну, я что-то как-то медленно. Может, все-таки стоит пойти. Пойдем потихоньку дверь долбать. Давай. Какой смысл, правда, не знаю, но... О, а знаешь, мы можем, пока будем долбить эту дверь, подлечиться. Мы брали с собой? А, давай. Мы брали с собой кирки? Я две штучки взял. Сколько там осталось? Я взял. 196. Давай тогда. Бьем. Давай. Так, надо тормознуть там. Давай, под не бей пока. Так, ну все, мне один удар. Ты готов? Не, подожди, подожди. Давай, жду. Я тоже проверю пока. Я на телефоне отвечаю. Ага. Короче, а что у тебя там? У тебя уже 56, а у меня 38. Блин, ну не знаю. А может, по FK-шам где-нибудь здесь? Давай я, может... Смотри, ты вот встань сюда, с дробовиком приготовься.
А я все-таки добью. Ну ты не напротив, вот тут стань, где я где-то так. Чтобы отскочить сразу назад за стенку. Будем вот так вот. Вот, а я скачу назад. Все-таки у меня жизни поменьше. Ты главное не убивай просто. Зараза, у меня кровотечение, мне надо... Мне тоже. Сидим пока под базой. Да не уйди пока. Так, я использую бинт. Носится там еще. В окно выглядывает. У меня сейчас закончится кровотечение, я приму аптечку после этого. Давай, у меня уже ничего нет, хотя метов, уже не можно, она, по-моему, всего 50%. Там блин. Кого там стреляешь? Да, я думал. Так, а что-то я не лечусь, уже 5% осталось. Да, ровно 50. Давай, ты ведущий. Наверное, тогда лук возьму. Ух ты, зажался. Тихо. Есть один там еще. Еще один, блин. О, у меня ж бинтик еще был. А, все, я Да блин! Я упустил. Ну что ты? А у тебя бинта не было, да? Не было ничего, у меня все уже. Сейчас жалко. Приду. Подлечись пока. Ну, в смысле, подожди пока, подлечись. Я. Хоть не очень далеко. Бегу вообще. Ящики, ничего необычного в нижнем. Ты всех убил, что ли, уже? Не-не-не, я по первому этажу лазю просто. Угу. Там, блин, ранил меня за раз. Ой-ой-ой. Я еще сейчас погибну, а ну бегом-бегом к ящику все скидывать. Больше я нечего скидывать. Я сейчас тоже окочурюсь. Да. Ну, я зато все поскидывал. Там скотин. Слушай, они же сейчас дверь поставят. Надо бегом туда. Блин, тут пума. Почему они сейчас дверь поставят? Они же должны обновиться в полночь, разве нет? Нифига. Это видишь. Да. Да. Надо было разыграться, как в контре. Че-то. Да не было времени разыграться. Пума, волк, бомж и бомжи тут всех пробегают. Прикольно, прям над буром руда выросла. Причем та же, которую он сейчас добывает, железная. Я не знаю, успеет они ли сейчас или нет. Там чего берешь на базе, а после к базе подбежал? Я ничего, я просто тупо бегу туда. А, все понял. Я, ну да, тупо бегу, потому что стамины нет. Уже не бегу. Уже тупо иду. Логично. Твой рюкзак я не брал, чтобы у тебя маячок был. Ты успеешь? Я уже здесь поднял свое. Мимо первой базы бегу. Так, стоп, это. Кто там? Там один вышел мне навстречу. Тебя убил? Нет, еще. Но он очень хочет. Очень хочет. Я его убил. Ага. Красавец. Дверь они еще не поставили. Это хорошо.
Ага. Так, нужно порвать штану. Нужно сделать бинт. Чуть мало боеприпасов взял. А если кто-то будет из нас внутри, они поставят дверь? Не знаю. Слушай, я не вижу... они боятся свидетелей. А. Нет. Хорошо. Так, ну я здесь. Ну я на втором этаже уже. А, понятно. Вот он там ходит. Ты внизу себя посмотрел, так, да? Это же не ты, это какой-то тут... С дробовиком там бегает. Уже не бегает. А как это? Ты с верхнего? Сверху его или? Нет, тут снизу просто еще один. Верхний готов. Да вроде никого больше нет. А, они уже полностью построились. Тут смотровая у них уже все готово. Блин, кролик пережарился. Он красиво тут повис. Чё там верстачки у нас? Слушай, гранат у нас что-то совсем как-то мало. Мы забывали их крафтить. Вернее, мы на другое тратились. У меня всего две гранаты. А тебе, ну... А, я понял. Может, теперь вдвоем. А мы не все кирки у нас забрали. Ну, короче, ну. Сейчас я буду гранаты тратить. В сундуке нет гранат? А я не знаю, на первом этаже надо глянуть. Я пока взрываю верхнюю эту... коморочку. Текай! Бежал. Так, еще одна. Ну все, долбим. А, она у тебя вторая взорвалась? Ну да, только что. А у меня не было вообще никакой анимации этого. И что, ни звука, ничего не было? Нет, вообще ничего. Странно. Панелька есть и две гранаты. Так, обалдеть. Панелька, бывает панельки, я да? Так о ней мечтал прям вот. Думаю, что там совсем пропала панелька. Отлично. Ну что, у нас есть еще две гранаты, давай я их заюзаю. Давай. Ну что, уже не зря пришли, прям совсем здорово. Так, ну тут мягкая ткань у нас, и все такое стандартное. Тоже ничего. Да, тоже ничего. Помидор в холодильник. Включим свет, пускаем счета зависит. Больше поешь будет. Поешь там, если хочешь. Ничего больше, что неинтересного нет. И гранат у нас тоже больше нет, получается, вроде как. Хотя тут может. Да, тут еще есть. Ну, короче, одна граната у нас осталась. Так что давай долбать. Ты взорвешь ее? Да. Бросил. Угу. Сейчас у меня кирочка закончится. Буду менять. Ой, блин. Так и знал, надо тебе напомнить. Да ты вот напомнила, я уже замахивался, когда увидел. Ну все. Ну ладно. Чё ты не бьешь? Я бью. Ну ты стоишь просто. Ну вот видишь, как у нас интересно работает. Я гранат взрыва не вижу. Видишь, уменьшается цифры. Ну не, сейчас ты уже бьешь, но ты просто не сразу там бьёшь. Что-то подтормаживает. Пакеты данных где-то подтормаживает. Это же четвертый? Да. Ну тут тоже такое, мягкая ткань стандартная всякая. Ну все. Там еще в верхнем ящике сейчас руду заберу. И можно убегать. Угу. Или ты из холодильника еду позабирал? Я позабирал холодильника. В смысле, ее съел. Ага. А, достал, да.
Хорошо. Все остальное забрали. Ну все, давай тогда к нашему ящику и домой. А то что-то уже темно и страшно. Не, очень не зря сходили, панелька, это очень редкость, очень круто. Так, плягу с собой заберу, напомнить надо будет. Кирки оставляем здесь? Ну да, целые оставляю, старь покоцанные забираем. Патроны оставлю от этих, ну патроны оставлю здесь, наверное, да, вот эти, которые мы используем постоянно. Ну все, да, идем, да. Они тут могут появиться, ну давай немножко в обход, что ли. Буду освещать дорогу. Панелька нам очень кстати, у нас же жбур теперь, поэтому надо больше приток энергии. Он еще без апгрейдов. Пойду втыкну панельку еще. Где ты там прыгаешь? Все, ты спать? Заканчиваем? Я разлутался. Могу, в принципе, засыпать. Ну, тогда все, я сейчас засею грядку и все на этом сегодня. Все, спасибо. Спасибо, до встречи. Да. Давай, до встречи. Пока. Пока. Ну и я все. Всем спасибо, всем пока.